Вы когда-нибудь задумывались о том, что будет с нами завтра? Что будет с нами через неделю, месяц, год, 5 лет, 10? Страшно подумать. Может, мы станем великими творцами, блогерами, ведущими, моделями, будем зарабатывать много денег. А может, у нас ничего не получится? Мы останемся без поддержки родных, друзей, близких. Никто не знает, что будет с нами завтра. А вспомните, что было с вами вчера, позавчера, неделю, месяц назад? Не тратите ли вы свое время впустую? Задумались? И я задумываюсь часто. Но каждый день я просыпаюсь только с одной мыслью. Как велико то, что объединяет нас. И как ничтожно то, что нас разделяет. С мыслью о том, что сегодня новый день с нового чистого листа. Каждый день – это новый старт. Не привязывайтесь к тому, что произошло вчера, позавчера или позже. Сегодня новая жизнь. И даже если что-то раньше было не так, вы обязательно будете пробовать снова и снова. Будьте настоящими. Перестаньте пытаться угождать другим людям и быть кем-то другим. Намного интереснее жить неповторимой версией себя, а не пытаться стать чем-то дубликатом. Перестаньте жаловаться. Сколько людей во всем мире ежедневно жалуются на жизнь, не замечая всего того, что им дала Вселенная. Перед нами открыто столько возможностей, столько неизведанных стран, столько удивительных мест. А большинство из нас целыми днями не выходят из своих офисов и квартир. Я хочу вам дать лишь один совет. Всего лишь один. Послушайте его. Новым советом. При любых обстоятельствах. Делайте вид, что на сердце покой. Это ваш шанс избежать обязательств. Всем объяснять, что случилось с тобой. Будьте приветливы, доброжелательны, стрессоустойчивы, в чем-то просты. Больше читайте, тогда обязательно мысли и речи не будут пусты. Не осуждайте других, не злорадствуйте. Помните истину. Прошлое? Нет. Возраст не важен, указан в паспорте. Только душа знает, сколько вам лет. Будет тогда в жизни все замечательно. Снимет любую печаль, как рукой. Но главное здесь, при любых обстоятельствах, делайте вид, что на сердце покой.